Всем привет! Сегодня с вами снова Марина Петрушенко, и мы приготовим куриные биточки на пару и рис на гарнир. Для приготовления нам потребуется 400 грамм куриного фарша, небольшая луковица весом 60 грамм, 40 грамм манной крупы, можно заменить на панировочные сухари, одно яйцо, пол чайной ложки соли, пол чайной ложки черного молотого перца и чайная ложка куркумы. Для гарнира я взяла длиннозерный рис, 2 полных мультистакана, это 280 грамм, и 440 миллилитров холодной воды, а также чайная ложка соли. К фаршу добавим мелко порезанный лук, яйцо, соль и специи, манную крупу, все перемешаем. Так как в фарш добавили яйцо, фарш можно не отбивать. Чтобы манка набухла, оставляем при комнатной температуре минут на 10. В чашу мультиварки я выложила промытый рис. Добавляем соль, холодную воду. Сверху устанавливаем корзину пароварки. И влажными руками формируем круглые биточки. Закрываем крышку мультиварки. Готовлю в мультиварке Red Solution M800 на режиме рис-крупы 40 минут. Время истекло. Куриные биточки и рис готовы. В рис я добавлю сливочное масло и перемешаю. Вот так биточки выглядят в разрезе. Смотрите, какие сочные они получились. Огромное всем спасибо за лайки и комментарии. Подписывайтесь на канал. Нажимайте колокольчик, чтобы первыми получать уведомления о новых рецептах. Всем приятного аппетита и до новых встреч!